Здорово, пацаны. Я Ита. Не Савита. Привет всем. Сегодня спасибо чуваку Никите из города Карачу. Он мне прислал знатный напиток. Хреноуха. А тут даже вот корни хрена нарисованы. Я думал, просто так для прикола назвали хреноуха, а он правда из хрена. 43 оборота. Изготовлено из самогона, из какого-то, ну и там сопутствующие всякие ингредиенты. Всем вам привет огромный, Никите огромное, респект и уважуха. Сейчас будем пробовать, что это. Пахнет хреном. Да хреном не пахнет, пахнет спиртом. Не, ну чем-то там пахнет, но... Ну, не знаю, может это хрен какой-нибудь такой. Хрен. Никита этот писал, короче, говорит, банку открыл, где хреновуху настаивал, блядь, нюхнул, аж, говорит, слезы потекли. Говорит, вы, говорит, там поаккуратней. Не, ну, может там в помещении скопилось, поэтому ему и ударило сейчас. Не бьет, но я чувствую, что напиток крепкий должен быть. Надо бананчика взять. Мои укрученные и пою о вас очи черные. На Высоцкого подсел. Вон там бомжи какие-то орут дикие, блядь. Да пошли я нахуй. Вот у кого жизнь, блядь. С утра встал в 6 часов утра, наебенился и ору, блядь. Ору до вечера, потом спать ложусь, блядь. 8 часов вечера опять просыпаюсь. Похмеляюсь и опять ору. Крепкая фигня. Крепкая, да? Ну она даже, она приятно пьется, я тебе скажу. Ну хреновуха, она всегда приятно пьется. Некоторые говорят, что и закусывать даже не надо. Не, ну просто, ну да, можно, кстати, и не закусывать, но просто есть некоторые пойла, которые колом становятся, а это провалилось нормально. Ну да, есть резкие вообще, блядь. Ну да. А это спасибо, Никита. Ну просто охуенно. Друзья, приходите 24 августа в Белгороде в клуб «Фабрика». Будет выступать адовый мужик. Не хуйня какая-нибудь, а адовый мужик. Приходите. Всех вас ждем. Все будет по кайфу. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и все будет зашибись.